Куда ни посмотри, везде пыль. Так. 3 часа. Время. Много времени. Да? Да, войдите. Господин Миллер. Спасибо, спасибо. Натурщицы мне не нужны. Я господин Миллер, я... А, Маша, вот как. Сразу тебя не узнал. В черном. Ну, что случилось? Я только хотела спросить. Да. Давно мы не виделись. У тебя все в порядке? У меня? Должно быть, да. Но я вам больше не нужна. Я сейчас не работаю. Не угодно ли присесть? Дана, разве вы не уходите? Ты о чем? Ну, вы ведь... А, позже. Позже мне нужно. Ну, садись же. Много сейчас работы? Нет. Сейчас мало кто работает. Как видишь, я тоже. Чем же вы занимаетесь целыми днями? Служу своему смокингу. Отдаю визиты, принимаю приглашения. Вы получаете от этого удовольствие? Нет. Ну и? Понимаешь, то, что мне доставляет удовольствие, я делать не могу. Но писать. Именно, писать. Вы не можете? Нет. Кто бы в это поверил? Зимой? Зимой. Зимой, да. Пасмурными ноябрьскими днями. Да, ты знаешь, как ждал я рассвета, а в 11 все еще было темно. С каким страхом я так вот сидел и ждал. Так мог пройти и день безрезультатно, целый день. Именно в эти часы я, казалось бы, многое мог. И много упускал. А теперь я сплю до полудня, чтобы не видеть так много неиспользованного света, который уже ранним утром светит мне в окно. Это еще от того, что вы поздно возвращаетесь домой. Еще от того, что я поздно возвращаюсь домой. Но надо же развеяться. Да, развеяться. А потом собраться. Что? Что ты имеешь в виду? Так просто, игра слов. Игра слов? Ну, не умна ли ты? Нет, это лишь игра слов. Скажи, а ты ведь чему-то училась? Мало. Когда я уже научилась читать, мы внезапно обеднели. Внезапно? В одну ночь. Отец играл на бирже, а потом... Ну, а читать-то ты научилась. Если тебе нужны книги... Правда? Я и сама много раз их хотела у вас попросить. Книг немного. Ну, может быть, подберешь что-нибудь для себя. Почему ты на меня так смотришь? Вы выглядите совершенно так же, как и тогда. Как когда? Как в ноябре, когда вы писали. Когда я писал? Таким... Таким покорным... Каким? Нет, это не то слово. Нет, я не это имела в виду. А что? У вас рабочее лицо. Рабочее лицо. А это как? Благочестивое. А сейчас у меня это. Это лицо? Да. Угу. Ну, тогда ты скоро мне можешь понадобиться. Да? Да, план у меня есть все время, но одно мешает другому. Да, как бы иметь мужество вот так сразу начинать. Каждый раз начинать, не раздумывая.
А все время начинаешь думать. И развеиваться. Да, ты права. Скоро ты мне можешь понадобиться. Завтра. Завтра? Уже завтра? Ну, вряд ли я поздно вернусь домой. И, кроме того, здесь нужно вытереть пыль. Ну, посмотри, какая здесь грязь. Что? Что такое? Вытру пыль. Где у вас тряпки? Ну... Здесь они. Может быть, я на этот раз вам нужна только с лицом? Почему? Ну, у меня ценные только руки и ноги. Стой так! Ради бога, не шевелись! Не двигайся. Так. Руки можешь опустить. Опусти руки. Мне нужно только твое лицо. Ну, Маша, Маша. Маша, ну тут все портишь. Ну вот, все пропало. Простите меня. Простите, я сейчас. Все так. Ну почему, черт возьми, ты не смогла просто постоять? Простите. Ну вот, простите. Все. Ну все, я сказал все, ты уже вся зареванная. Я сказал все! Ну что еще? Ваш смокинг. Он весь в пыли. Ну так почисть его. Войдите! Можно? Это ты, Софи? Да, я. Входи, сестренка. Дочь, ты не промокла? Нет. Добрый вечер, София. Добрый вечер, Георг. Это Маша. Ты о ней знаешь. Она очищает с меня пыль. А я собираюсь на обед к Малингам. Добрый вечер. Куда ты сказал, идешь? К Малингам. Да-да-да, не сегодня ли младший Малинг женится? И именно так. На венчание не пойду. Не люблю эту церемонию, но от обеда я не смог отвертеться. К тому же приглашен очень узкий круг друзей. Как видишь, не нужно даже фрак надевать. Как ты? Мама здорова? Мама и послала меня сюда. Да? Она не видела тебя уже 3 дня. Это ее беспокоит. Ты же знаешь ее. Кроме того, она видела тебя во сне. И вообразила, что с тобой что-то произошло. Старые больные люди очень суеверные. Ты здоров? Да. Если не считать болезнью хроническую лень. Во всяком случае, это не смертельно. Все же в известном смысле. Можешь рассказать маме, что я поехал к Малингам, иными словами, в отель Европа, потому что именно там состоится обед. Да. Чем еще мама занимается? Тем же, что и всегда. Но мне кажется, Маша что-то хочет. Я только хотела сказать, я ухожу. Хорошо. Хорошо, пока. 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 Приятного вам вечера, госпожа.
Значит, это и есть Маша. Знаменитая Маша? Да, Маша. О которой ты мне рассказывал в ноябре, когда работал над большой картиной. Прости, я сейчас. Да. Маша! Сейчас. Я хотел сказать, ничего страшного. Вы знаете, про что я. Мне было так стыдно. Стыдно? Ну, ладно, ладно. Может быть, все еще поправимо. Набросок есть. В голове у меня тоже что-то сохранилось. Приходите завтра. Правда? Да, утром. Часов 8 или 8:30. Годится? Да, да. Ну, вот и хорошо. Пока. Пока. Прости, нужно было уладить некоторое недоразумение. А ты прилежен. Завтра уже с 8 утра. Нет, это всего лишь попытка. Кстати, было очень мило с твоей стороны подать ей руку. Она ведь почти моя знакомая, по твоим рассказам. Зимой ты много о ней говорил. Я хочу сказать, она не такая натурщица, как другие. Нет, не такая. Но разве она не красива? Я когда-нибудь это говорил? Нет. Именно такой я себе ее и представляла. И глаза у нее такие, какие виделись мне в воображении. Да, глаза. Я сегодня тоже обратил на них внимание. Может быть, ты права. Кстати, с минуты на минуту сюда придет Литхольд. Скажи-ка, тебе будет неприятно встретить его? Неприятно? Нет. Я хотел сказать, когда кому-то дашь отставку... И это при всем дружеском расположении. Правда, бывать он у нас больше уже не может. Мама сочла бы это странным. В самом деле, еще не изобретены формы общения между теми, кому не удалось однажды стать мужем и женой. Но именно поэтому появился шанс установить отношения вне правил, за рамками условностей, так сказать. Правда? Браво! Браво, сестренка! Это идея. Ты знаешь, более того, это моя идея. Так сказать, цель моей жизни. Не слишком ли малая цель для целой жизни? Что ты имеешь в виду? Не все ли настоящие взаимоотношения находятся за рамками условностей? Я не шучу! Вот, например, наши с тобой. Наши? Ну, скажи, приходила бы ты в эту мастерскую, не будучи моей сестрой? А в качестве кого бы я приходила? Ну, в качестве дамы, знакомой, подруги. Подруги? Ну, вот видишь. Ну, конечно, я бы приходила. К тебе я бы приходила. Ну, хорошо, хорошо, я поверил. Если бы ты чаще приходила. Что, Георг? Да, я одинок. Очень-очень одинок. Я уж подумывал, не переехать ли к вам. У вас же есть комната для гостей. Может быть, я только здесь кажусь себе одиноким. Кроме того, мы бы могли быть просто вместе. Мама, ты и я. Я, ты знаешь, часто представляю себе, как мы вместе сидим вот так. А? Георг, я боюсь, ты имеешь в виду не нас. Не вас? А кого же? Ну, это осуществление жизненной цели. Я бы с радостью тебе помог, Софи. Помог бы. Да нет, я понимаю, что тебе нелегко вот так годами быть с мамой.
возраст заставляет быть ее неблагодарной, болезнь капризной. Могу себе представить, что это такое. Позволь сказать тебе, Георг, я думаю, у меня была та же жизненная цель, что и у тебя. Да? Да. Осуществить отношения вне всяких правил. Ты знаешь, я в свое время от матери удалилась. Но мне встретился больной, страдающий человек, которому я служу и для которого я все на свете. Этот человек моя мать. Наша мать. Ну, мама ждет меня. Значит, ты не увидишь Лейтхольда? Очень жаль. Но мне пора. Часто он к тебе заходит? Нет. Ну, ты же знаешь, он человек необщительный. Но сегодня он обещал зайти за мной. Он тоже дружит с Маллингами? Да. Впрочем, больше со старшим бароном Маллингом. Он же принадлежит, так сказать, другому поколению. Да-да. Сейчас это заметно. А это, наверное, он. Войдите. Ну, так и есть. Добрый вечер. Добрый вечер, доктор. О, Фрейли. Здравствуйте, доктор Лейтхольд. А мы как раз говорили о том, к какому поколению вы принадлежите, к новому или старому? Пожалуй, ни к какому. Если уж непременно надо решить этот вопрос, то отнесите к старому. А я посмотрю, есть ли оно это новое. А вы как считаете? Я считаю, что порушенное старое не есть новое. Но вы согласны, что со старым покончено? И что со старым при этом не поступают несправедливо? Слишком много вопросов. Может случиться так, что совершенно излишне разрушать старое, так как новое вообще может не произрасти на этой покрытой руинами почве, скорее на некой девственной земле. А вы поэт, доктор. Но старомодный. Вы наверняка не станете читать такого. Я полагаю... Да, уже пора. У вас внизу экипаж. Да. Одну минуту, доктор. Извольте присесть. Софи, предложи господину Лейтхольду сигару. Ну, ты знаешь, где они лежат. Я сейчас. Вы дружите с Маллингами? Мы добрые знакомые. Как врач, я часто имел дело со старым бароном. Кроме того, я знаком с семьей невесты молодого Маллинга. В таком случае вы вдвойне имеете отношение к этой свадьбе. И вы не были в церкви? Нет. Не могу видеть, когда кто-то женится. Боитесь зловещих зрелищ? Мне неприятно в этом обряде нечто шумное и нарочитое. Вы полагаете, что жениться надо тихо? Да. И по возможности незаметно. Однако я не против шумных похорон, ибо покойнику никто не позовет. Вы правы. Уж покойнику никто не завидует. Хорошо, что вы это сказали.
Почему? Итак, вы живете с удовольствием. Я просто живу. Этого достаточно. Вы не принадлежите к старому поколению, доктор. Его больше нет? Не то чтобы... А вот и я. Идем. Идем. Ты, очевидно, уже опоздал, Георг. Да почему? Мы будем на месте через несколько минут. Всего хорошего, доктор Лихтхольд. Жаль, что вам пора уходить. Надеюсь, случай снова сведет нас здесь. И вы не будете испытывать недоверие к этому случаю? Нет. В конце концов, всякий случай закономерен. А вы перед всеми закономерностями испытываете почтение? Перед известными. Например... Например? Например, перед закономерностями дружбы. Большое спасибо. До свидания. До свидания. Ну, мы, по крайней мере, вместе спустимся по лестнице. Прошу. Консьержке есть еще один ключ. Фрау Вебер, входите. Входите. Нам нужно торопиться. Через 2 часа стемнеет, к этому времени мы все должны закончить. Начинайте прямо здесь. Мы сегодня припозднились. А комната совсем и не мала. А может, лучше завтра? Нет. К завтрашнему дню здесь все должно блестеть. Вот как? А что, какой-нибудь праздник? Да, фрау Вебер, праздник. Ну, хорошо. Проходи. Работать, правда, мы сегодня не будем. Нет? Нет. Или же у меня рабочее лицо? Нет, но... Но? Вы выглядите радостно. Так и есть. Со мной приключилось такое, что... Вчера? Да. Потрясающее событие. И это вас радует, правда? Да. Но это же такая мелочь. Не стоит разговора. Я думала, если мы сегодня будем работать,
Именно для этого я здесь и прибрала. Ну, конечно же, господин Миллер, об этом не стоит и говорить. Ах, да, да. Вы даже не заметили. Нет, да нет, я заметил. Ты знаешь, действительно сюрприз. И очень красиво. Спасибо, Маш. Пожалуйста. Ты знаешь, и очень кстати, именно сегодня. Да, потому что именно сегодня здесь все должно выглядеть по-праздничному. Значит, вы хотите работать? Нет, не для работы. Ко мне придут. Вот как? Дама. Вот как? Молодая дама. Вы хотите ее писать? И писать. Писать тоже. По возможности писать. Нет, ты не представляешь, вчера произошло нечто удивительное. Я хочу тебе рассказать. У тебя есть время? Время-то у меня нет. Ну, отлично, садись. Ну, ты можешь себе представить, как проходят подобного рода обеды. Скучно и скованно. Это свадебный обед. Но тут, ты знаешь, произошло нечто удивительное. Сюрприз? Да, сюрприз. Она поняла меня. Я хочу сказать, она действительно меня поняла без всяких лишних слов. Ты понимаешь? Мы увидели друг друга впервые, и все произошло без всяких предисловий, без условностей. Человек человека. Но ты не можешь понять, что это значит. А потом в уголке мы уселись и рассказали друг другу о себе. Рассказали отдельные детали. Ты знаешь, мы все знали друг о друге. Все самое важное. Ну не странно ли это? Да, должно быть. Что? Я хочу сказать, такое случается редко. Конечно, редко. Ты представь себе, войти в мир человека в тот момент, когда в нем все спокойно. Да-да. Что, ты меня понимаешь? Почти. Ладно. Я так много говорю. Но ты знаешь, у меня потребность облечь все в нужные слова. И эти слова самому услышать. Да нет, все это я бы рассказывал и будучи в полном одиночестве. Угу. Тогда вам мое присутствие не мешает. Нет. Ты знаешь, в чем заключается преимущество слиться с тем, в ком все спокойно. Ты видишь человека таким, каков он есть на самом деле. Каков он на самом деле? Да. Конечно. А вы думаете, что в таком случае ошибка полностью исключена? Конечно, исключена. Мы также, естественно, стали бы жить вместе, как вчера рассказывали друг другу о себе. А она, я имею в виду даму, тоже рассказывала вам о себе? Да. Но потом, позже. Сначала я, а потом она. Ты знаешь, крайне доверительно, как близкому другу. О детстве, о своих родителях. Они умерли. Совершенно одиноко. Может быть, поэтому стало возможно... Что? Такая невероятная доверительность. От того, что дама одинока? Да, одинока, как я. Как? Как я. Или как ты. Ты ведь, собственно говоря, тоже одна. Я? Что я? У меня много друзей. Сказал бы мне кто вчера. Да. Вчера ничто не предвещало этого. Такова жизнь. И в этом ее красота. В неожиданном. Отец часто повторял, что неожиданная смерть – это нечто прекрасное. Чего это ты? Так. Просто воспоминание. А у тебя нет радостных воспоминаний. Да, но я сейчас должна... Что, уже пора, да? Ну, ладно. А, ты знаешь, я рассказал ей все свои картины.
И ту ноябрьскую? Да. Но в особенности будущее. Потому что здесь речь идет именно о будущем. Ты не можешь понять этого, детка. Нет, конечно. Итак, прощай. Сейчас сюда придет Елена. Я напишу тебе, когда понадобишься. Когда я вам понадоблюсь? Mm-hmm. Пришлю открытку. А ты плохо выглядишь. Не выспалась. Мало спала. Ну ладно. Да. И еще огромное спасибо за этот потрясающий порядок. Да. А, еще, подожди. Ты не могла бы купить несколько цветков для Елены? Для? Ну да, для дамы. Но я сам уйти не могу. Она вот-вот придет. И консьержку я послать не могу. Она постоянно приносит желтые фиоли. Это у нее прям какая-то идея фикс. Подбери что-нибудь красивое. Ладно? Розы? Не знаю, что угодно. У тебя вкус есть. У дамы такие же волосы, как у тебя. На них и ориентируйся. На волос? Господи, на что угодно, я не знаю, но... Ах, да! И принеси еще фрукты. Весна не может быть без лета. Ты знаешь, принеси апельсины. Спелые. Темные. В которых затаилось свернутое в комочек сладкое южное солнце. Хорошо? Сделаешь? Так, цветы и апельсины. Ага. Ну, замечательно. Да, и можешь спокойно входить. Я хочу, чтобы ты ее увидела. Я должна на нее посмотреть? Ну да, что такого? Так. Ага. Цветы и апельсины. Да, я жду. Войдите! Вы меня не узнаете? Я вас ждал, Елена, но... Я вас сразу узнала. Узнала? Ну да. В некотором роде. Мы же не виделись при свете дня. Это верно. Но я почти был уверен, что вы будете под вуалью. Вы полагаете, при визитах подобного рода? Нет, ну как вы могли подумать? Просто я почему-то вообразил себе, что... Меня вряд ли кто-нибудь видел. Да нет. Не угодно ли... Вы чуть было не сказали слово фрейлин. Нет, нет, на самом деле нет. Или уважаемая фрейлин. Я чуть было... Не сказал, уважаемая. Вот куда зашли наши отношения. Не угодно ли... Вы курите? Сегодня вы еще можете называть меня Еленой. Сегодня еще... А потом? Когда? Дайте прикурить, пожалуйста. Ну, говорите же. Мне придется прикуривать самой. Простите, но... Простите, но... А может, вас зовут не Елена? Нет-нет, меня зовут именно так. Я заинтригован. Покурите со мной за компанию? Чудесно. Вы о чем? У вас здесь чудесно. Ага. Можно живо себе представить, как вы работаете. Я очень радовалась, что увижу вашу мастерскую. Все, что в ней есть. Правда? Да. Мне необходимо осмотреть место действия. Какое место действия?
Где прошла наша жизнь? Наша? Наша духовная жизнь. Простите, но то, что вы говорите, так странно. Наверное, я неловко выразилась. Но это простительно, слова не годятся для такого случая. Как вы сказали? Скажите, что вы намеревались делать сегодня? Что делать? А вы не знаете? Знаю. Речь о том, что вы об этом думаете. Я? Я думаю, что мы начнем. Что? Ну, то. Ну, то, что следует потом, совместное. Начнем еще раз? Да. Вы правы. Это уже было вчера, но сегодня мы и продолжим. Расширим. Одним словом, будем жить. Жить еще раз. Что? А вы не заметили, что вчера уже все у нас было? Вот сейчас и вас охватил тот ужас, который я испытала вчера. Неведомый страх. Страх? Когда вы вчера не остановились, а когда вы втянули меня в эту стремительную жизнь, в которой слились воедино прошлое, настоящее и будущее, подобное цельному полену в огромном пламени. Когда вы использовали все наше совместное бытие, даже то, которое нам еще только предстояло прожить, довольно, не сейчас, не здесь, не сразу, мы лучше проживем это позже. Но вы не слушали меня, вы увлекли меня за собой, вы хотели иметь все, все, и я отдала тебе все. Елена. И это, Гео. Ну, дитя мое, что это с тобой? Мы все время были среди людей, ни одного мгновения наедине. Подумай об этом. Все равно, Георг. Все равно все было как наяву. Ты вынудил меня полностью раскрыться перед тобой. Теперь мне известны все твои жесты, твоя мягкость и твоя сила. И когда ты смотрел на меня, я чувствовала себя обнаженной в твоих руках. Прости. Я не о том, Георг. Это было счастье. Это было явью. И это было прекрасно. Вот только одно, Георг, я не могу иметь от тебя ребенка. А все остальное было. Есть только одна реальность. Елена. Нет, нет, Георг, это ты так захотел. Нет. Нет, нет, не так! В жизни, сейчас! Ну, тогда бы это приобрело определенные формы. А так? Тебе не кажется, что мы вместе долго прожили на одном острове? Долго? Да. Целовались и любили друг друга. И больше не должны этого делать? Нет. Почему? Потому что мы больше не на острове. Мы снова там, где предметы обладают весом. И отбрасывают тени. И потому мы должны расстаться. Расстаться? Да. Там у нас прощание не состоялось. Оно должно произойти здесь. Это единственное, что нам осталось сделать. Чушь какая-то. Бред. Странно. Да, Георг, это так странно. Ты все обдумала? Я старше тебя на 20 лет. Вчера нет. Там я была, ты знаешь. Но теперь, по крайней мере, мы знаем, что мы действительно другие люди. Другие? Другие. Ибо мы смогли пережить и обрести все среди толпы людей так беззаботно, словно некто, кто может стать невидимым. Вчера ты так же говорил об этом, как некто, кто может. А разве это не так? Ты только подумай, Георг, насколько мы смогли преодолеть обыденное. Теперь уже оно нам не мешает. Сегодня же все будут рассказывать, что художник Мильнер ухаживал за мной. Завтра
Моя тетушка выразит желание познакомиться с тобой и будет 2 недели ожидать твоего визита. А мы тем временем прожили вместе уже 20 лет. Вчера, пока для других людей прошло всего 2 часа. А почему именно 20? Мы ведь, в сущности, умерли молодыми. Умерли в разгаре счастья. Сколько в этом красоты. Ты думаешь, кто-нибудь переживал подобное? Ты подошел ко мне с мерками искусства и завершил меня, нас. Из нас ты сотворил шедевр вечное. Которое не сохранилось. Даже до сегодняшнего дня. А твои картины, Георг? Каждый ли человек способен понять то, что ты делаешь? Нет? Ах, вот что тебя там толкнуло на эту мысль. Я для тебя только художник. А вот скажи, ты бы на мне женился? Нет. Значит, нет. А что бы мы делали? Мы? Ну, это какая-то ерунда. Нет, нет, будь добр, ответь мне, как ты себе все это представлял? Ну, мы просто бы были вместе. Здесь? Да, здесь. Ну, хорошо, или лучше в каком-либо другом месте. Не больше и не меньше? Не больше и не меньше, как художники. Что, почему ты смеешься? Ну, Георг, на этот случай уже давно существуют определенные условности. На этот? Условности? В известных кругах. Я бы стала позволять тебе по утрам небрежно одеваться. Ты этого хочешь? Вот видишь. А теперь, пока мы смеемся, позволь мне уйти. Уйти? Да. Еще. Не следует печалиться. И вспоминая обо мне, не думай о нашей судьбе иначе, как о мелодии, в которой есть красота. Пообещай мне это. Не пытайся измерить ее обычными жизненными мерками. Это было бы несправедливо. Я хотел бы счастья, которое... Ты знаешь, о чем я думаю с тех пор, как я... пришла сюда. С тех пор, как пришла сюда? Такое счастье... Оно будет. Или уже возле тебя. Здесь все так, словно... Словно? Ты им уже окружен. С каких это пор? Давно. Просто ты не замечаешь этого. Оно настолько вошло в твою жизнь, что его дыхание соединилось с дыханием твоей жизни. Я не знаю. Я могу ошибаться, я говорю, как женщина. Ну, пойдем. Подумай. Нет ли кого-нибудь, кого ты почти никогда не замечал? Кто постоянно с тобой? Думает о тебе. Кого ты совершенно не отличаешь от жизни. Может быть. Подумай, Георг. Подумай.
Извините, вы спали. Я только принесла цветы и апельсины. Цветы. Не такие. Такие. Очень идут к твоим волосам. Да, если у дамы действительно такие же волосы. А вот как. Я не это имел в виду. Я подумал, что хорошо бы было бы сплести из этих цветов венок и надеть тебе на голову. Хотите это написать? Предположим, я хотел бы это написать, и венок сидел бы очень удачно, так как мне нужно, но... Но... В тот момент у меня бы не было желания или болела бы голова. Тогда я бы ждала. Но время от времени наступают сумерки, и работу приходится прекращать. Но ее можно продолжить на другой день. Да, но кто же сплетет точно такой же венок? Ну, тогда я буду в нем сидеть всю ночь. Всю ночь? Да. Тогда тебе придется не спать, иначе он упадет. Ну, я не стану спать. К тому же цветы до утра завянут в твоих волосах. Это верно. А с вялым венком? Тогда, конечно, ничего не выйдет. Конечно. А дама? Она еще не пришла? Дама? Ничего не поймешь. Эти цветы, они твои. И апельсины тоже твои. Съедим их вместе. В будущем мы всегда будем вместе есть апельсины. Георг. Почему ты плачешь? Что случилось? Я не могу быть спокойной, как ты того хочешь. Что ты? Что ты? Я оказалась к этому совсем не готова.